Лето – это период активного отдыха, когда появляется возможность загорать и купаться в водоемах. Но во избежание трагедии на воде отдыхающие должны проявлять бдительность. Люберецкие спасатели совместно с Управлением по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям провели рейд в парке Наташинские пруды. Уважаемые отдыхающие, просьба соблюдать безопасность на воде! С наступлением жаркой погоды многие жители предпочитают отдых у воды. Взрослые дети катаются на катамаранах, плавают в лодках, а самые смелые и спортивно подготовленные оттачивают навыки вейкбординга. Для водных развлечений в округе определено 3 места. Наташинские пруды, Малаховское озеро и Большой Кореневский карьер. Значит, на всех вот этих перечисленных водных объектах у нас также имеются спасательные посты. На посту имеются необходимые средства спасение, значит, круг, дальше спасательные жилеты, имеется лодка. Особое внимание уделяется отдыху пожилых людей и детей. На постах каждый день несут службу 6 спасателей. Они проводят с отдыхающими разъяснительные беседы, рассказывают правила безопасного поведения на воде. Рабочий день спасателей с 9 утра до 21 часа, но нередко им приходится дежурить до глубокой ночи. Родители приходят с горячительными напитками и за детьми наблюдают. Вот приходится бегать постоянно, доставать из воды, ну, вытаскивать и объяснять, что нельзя купаться там дальше 15-20 метров. Недавно был случай, еле успели спасти ребенка. Бывают случаи, когда не только детей спасаем, но и взрослых. Только в прошлом году на водных объектах округа погибли 6 человек, в этом году – 1. Совместные рейды по безопасному поведению на воде будут продолжать в течение всего купального сезона. Находясь у водоемов, жители не должны забывать о безопасности. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.